Добрый день! Вашему вниманию предлагается видеообзор на плиткорез ручной фирмы Bosch модели PTC640. Обзор сделан специально для интернет-магазина 7745.by. Вот, был приобретен такой плиткорез уже пару лет назад и могу, в принципе, поделиться опытом владения этим инструментом. Так, сразу снимаем вот эту транспортировочную ленту, она для транспортировки служит, чтобы оно все не разваливалось. Вот. Плиткорез очень удобный, я выбирал его из много предложений, и в этой ценовой категории, как для меня, это вообще лучшее предложение. Он вообще характеризуется, предназначен для резки керамической плитки до 12 мм. Но в принципе режем им керамогранит, отлично режет, даже такой с поверхностью, шершавый такой, ну, бугристый, режет отлично. 640 означает, это длина плитки максимальная, которую можно резать, вот резка как прямой, так и диагонально. По диагонали можно вот использовать специальное вот такое устройство, то есть, ну, направляющая такая. То есть она вот как, можно открутить, вот так вот поставить. Это если прямые стандартные какие-то куски нарезать, много их, то можно выставить и потом просто режешь, ломаешь, как бы заготавливаешь. А в обычном режиме, в принципе, не используется. По большому счету, в основном эта штука отдыхает. Вот. Специальные лапки такие есть, которые, если большая плитка, ну, относительно крупноформатная, например, 600x600, то ложится эта плитка с помощью на эти лапки, чтобы она, ну, не сваливалась. То есть, в принципе, удобно помогает. Вес плиткореза 12 кг, в принципе, немного, тут он, по большому счету, вот удобно его переносить, раз, и все. Тут такие подпружиненные подставочки, удобно для того, чтобы ломать плитку, то есть, когда она ложится, раз, она прогибается. Потом, что тут пружина, если там надо более жестко, например, то есть регулировочка есть, там винтом можно, ну, подрегулировать эти вещи. Хорошая шинка такая двойная, металлическая, подшипники, то есть, в принципе, все скользит отлично. Сейчас продемонстрирую вот этот рез, как делается. Ну, я так очень условно, просто в качестве демонстрации. Резать, проводить нужно один раз буквально. Очень хорошо реализован вот этот вот замочек. А, пардон, не зажал, вот это надо зажимать, вот этот замок. И потом раз. Отжимаем. Что мы имеем? Бля, ничего мы не имеем. Надо, короче, еще раз. Но я, в принципе, сейчас немножко поторопился тут. Вот так вот. Все четко. Так что, видите, я вас не обманул. Все работает. Я не скажу, что я там работаю только на плитке. Потому что покупал бы тогда профессиональный инструмент. Но для бытового использования или когда плитка не основная работа, то вполне. Рез такой получается достаточно ровный, это керамогранит. Повторю, ролик из карбида вольфрама с титановым напылением. Ну, титановое напыление — это нитрит титана. Он служит для того, чтобы ролик не закисал. Ну, то есть коррозия, защита от коррозии. Вот так вот. Нитрит титана. Вот, очень нравится вот эта реализация. Вот это вот, когда прижимаешь плитку, вот так вот раз. Таким вот образом все у нас сделано. И вот это очень четко. Когда есть, потом раз, нормально так. Приятно. Так что могу советовать этот прибор. На него, смотрю, не было сделано еще ни одного видеоотзыва. Исправляем ситуацию. То есть, пожалуйста, я за то, чтобы мы делились опытом и все, кому надо, получать для себя информацию дополнительную. Покупаем инструмент на 7745, отличный магазин, могу рекомендовать. Ну, участвуем в видеоотзывах, тоже классная тема. Учишься, ну, растешь над собой, рассказываешь про инструмент и делаешь полезное дело. Всего доброго, всем пока!